Сумка с молнией и магнитной застежкой продается в различных расцветках, имеет два отделения, одно из которых закрывается на замок молнию. Сумку можно использовать как клатч, а можно носить на плече. Простроченный узор на внешней стороне очень украшает сумочку, но изнутри она выглядит как чистый полиэтилен и на ощупь такая же. Но это не умаляет ее достоинств, она очень удобна будет для прогулок каких-то кратковременных, когда вам нужно с собой взять губную помаду, кошелек, ключи и телефон. Легкая, вместительная, удобная, не занимает много места. Если хорошенько пофантазировать, то можно еще обнаружить в ней третье отделение для какой-то мелочевки. Стоят такие сумочки по 299 рублей. Прямоугольные подносы от UKitchen небольшого размера, всего 20 на 28 сантиметров. Состав полипропилен и поливинилхлорид. Кстати, очень необычные они на ощупь. Мало того, что они очень толстенькие, небольшие и тяжеленькие, так еще и внутренняя отделка, она похожа на салфетку. Честное слово, когда трогаешь руками, такое ощущение, что это салфетка. Это не бумага, это не краска, это не рисунок нанесенный. В нашем магазине две расцветочки, темная и светлая. Очень подошла бы к Новому году, но их не было тогда в продаже. Стоят такие подносы по 99 рублей. Фоторамка «Любовь» размером 26 на 16 сантиметров стоимостью 249 рублей. Довольно богатый состав: дерево, стекло, бумага, сталь, картон, полипропилен и джут. Произведена она, конечно же, в Китае. Продается в различных расцветках. Поместить в нее вы сможете две фотографии. Одну размером 10 на 10 сантиметров, вторую размером 8 на 7 сантиметров. Снова привезли часы-будильники, только на этот раз обратите внимание, есть в продаже вот такие розовые совушки очаровательные, есть белые медведи и пингвины, как и в прошлый раз. Инструкция подробная по использованию этих часов находится внутри, она прикреплена. Работают эти часы от одной пальчиковой батарейки, которую нужно покупать отдельно. Отлично подойдут для детских комнат и приучению детей к распорядку дня. Аксессуар для маникюра и педикюра – компактные кусачки для ногтей. Легко поместится в любую косметичку или маленькую сумочку. Имеют оригинальный дизайн в виде зайчика, дополненный брелком. Стоят такие кусачки 99 рублей. Сделаны они из стали и смолы, производитель Китай. Размер 2 на 6 сантиметров. Тканевые маски для лица «Зимушка». Сейчас на них, кстати, проходит акция. Вместо 55 рублей вы можете заплатить за одну маску всего 47 рублей по карте Fix Price. Маски эти произведены в Корее. Масса 22 грамма, пропитки в маске много. Продаются различные варианты. Есть гиалуроновые увлажняющие, антивозрастные, регенерирующие. Все как всегда, только цена сейчас на них ниже. Тарелка от UKitchen диаметром 20,4 см, произведена она в Китае, состав фаянс. Тарелка довольно толстенькая и увесистая. Похожие пиалки были в продаже, если кто-то помнит. Стоит такая тарелка 99 рублей. Обращаю ваше внимание, что присутствуют небольшие недочеты в исполнении, точно так же, кстати, как и в пиалах. Продается она тоже в трех расцветках – темно-синяя, темно-зеленая и красная. Имеет довольно высокие практически вертикальные бортики. Подойдет как сервировочное блюдо. Очень интересной формы косметичка. Произведена она в Китае. Состав материала верха – 100% полиэстер, подкладка – 100% полиэстер. Дополнительно использованы нейлон, смола и цинковый сплав. И я бы еще сказала картон. При расстегивании косметичка превращается вот в такую удобную коробочку с перегородкой посередине. Удобно использовать в поездках. Из нее ничего не нужно будет доставать. Расстегнули, разложили и пользуйтесь. Расцветки все современные. Металлическая кружка сита от UKitchen. Производитель Китай, состав нержавеющая сталь. Стоит такая кружка 199 рублей. Очень удобно просеивать небольшие порции муки. Механизм для просеивания муки находится на дне кружки, а управляющий рычаг в ручке. Ручка большая, удобная, мука просеивается быстро. Шапка женская, произведена в Карачаево-Черкесии.
Стоит такая шапка 199 рублей, состав 100% акрил. Продается в различных расцветках, украшена искусственными цветами. Пряжа, из которой связана шапка, присутствует металлизированная нить голографика. Кружка Ato Kitchen, объем 400 мл, стоит такие кружки по 99 рублей. Имеет оригинальный дизайн, она цветная внутри и белая снаружи. А большая удобная ручка позволит вам всегда комфортно держать кружку. Отлично подойдет и для холодных, и для горячих напитков. Состав фаянс, производитель Китай. Керамический светильник от Flex, выполненный в виде зайца. Состав керамика и полипропилен, производитель Китай, световой поток 12 люменов, работает от батареек, которые идут в комплекте. Излучает мягкий теплый свет, который способствует созданию спокойной и милой атмосферы в комнате или доме. Фигурка зайки выполнена очень реалистично, детально проработана. Он отлично подойдет в качестве ночника для детской комнаты и, мне кажется, может стать любимцем вашего ребенка. Вот так светильник выглядит во включенном состоянии. Правда же, милый зверек? Кабель USB для передачи данных и зарядки. Состав нейлон, ПВХ, полиуретан, медь, сплав алюминия, олово. Производитель Китай, стоит такой кабель 99 рублей. Продается кабель в различных расцветках и часть кабеля скручена в пружинку. Такими кабелями удобно пользоваться не только дома, но и в машине или в каких-то поездках, потому что кабель не болтается, а пружинит. Но при надобности он сможет растянуться на нужную вам длину. Компактное зеркало с расческой произведено в Китае, состав ABS, ТПР, нейлон, полиэстер, стекло и сталь. Стоит такое зеркало 99 рублей, продается в трех расцветках. Это мягкие гальванические градиенты от фиолетового до голубого. Расческа в этом аксессуаре складная. Зеркало поцелуй, размер 6,2 на 9,5 см. Произведено в Китае, состав полиуретан, стекло и сталь. Стоит такое зеркало 99 рублей, продается в очень милых дизайнах, при одном только взгляде на которые у вас сразу будет подниматься настроение. Зеркало это двухстороннее, одна из которых с увеличением в 2 раза. Гирлянда сердца, длина 1,5 метра, работает от двух пальчиковых батареек, которые нужно покупать отдельно. Произведена в Китае, состав полистирол, полипропилен, сталь, медь и ПВХ. Стоит такая гирлянда 149 рублей, продается в различных расцветках. Поможет вам поддержать или наоборот создать праздничную атмосферу в доме. Фигурная фоторамка размером 33,5 на 31 и на 2 см. Производитель Китай, состав полипропилен, ПВХ, бумага, сталь и картон. Эта фоторамка имеет крепление на стену. И в нее можно поместить 4 фотографии, 3 размером 10 на 15 сантиметров и 1 размером 13 на 12 сантиметров. Смотрится фоторамка очень красиво. Маска для лица от Биологио, мед, вкусное удовольствие. Моментальное питание, тонизирование и регенерация. Стоит эта маска, внимание, всего 27 рублей 50 копеек. Произведена она в России. Кстати, маска очень неплохая. Шары декоративные из ротанга, которые прекрасно подойдут для украшения интерьера. В наборе 8 шаров разного размера, продаются в различных цветах, стоят 99 рублей. Ими можно наполнить или вазу, или корзинку с цветами, составить композицию из подсвечников или шаров на декоративном подносе, либо сделать просто гирлянду из этих шаров своими руками.